Как быстро все меняется в звукозаписи. Сначала были пластинки, потом бобины, кассеты и вот, наконец, компакт-диски. И только книга за это время практически не изменилась. Как вы думаете, почему? Потому что мысли сначала записывают, а потом издают. А звуки и издают, и записывают одновременно. Он хорошо записался. Извините, вы Яков Ивановича не видели? Побойтесь бога, коллега. Да вот он я, Яков Иванович, это я. Вот он, Яков Иванович. А, еще раз извините, я очки слабые одел. Слабые? Вы посмотрите, что я нашел. Это же сенсация, сенсация. Что же это за сенсация? По-моему, обыкновенный камень. Как говорится... Петрос вульгарис. Это не необыкновенный камень. Это первая звукозапись в истории человечества. Ее сделали первобытные люди. Может быть, это еще и клип? Вы меня извините, коллега, но к тому времени, когда была изобретена звукозапись, первобытные люди уже вымерли. Хотя, судя по некоторым последним клипам... Кажется, не все. Ну что вы, я уже два раза проверял. Я еще не понял, как. Но вот тут записан голос взрослого неандертальца. Да вы послушайте, Слышали? Типичный неандертальец. Да. Передай им, что я весь концерт сегодня буду петь под фонограмму. Под фонограмму весь, да. Мне сегодня нельзя издавать громкие звуки. Траванулся я. Расстройство у меня, скажи. Ага. Что? Я не слышу. Да здесь полы ремонтируют. Я перезвоню. А? Алло. Алло, долго вы еще будете стучать? Так я только первую доску прибиваю. Как первую? С утра грохот стоит и первую. Так это я сегодня тоже под фонограмму работаю. Вокруг моего имени в последнее время ходят разнообразные слухи. Якобы я беру взятки, но... Раз, два, три, раз, раз, два, три, четыре. Проба. Раз, два, три, четыре. Проверка записи. Да-да, входите. Здрасте, Степан Степанович. Здравствуйте, пожалуйста, проходите. Проходите, мой кабинет открыт для любых посетителей. Пожалуйста. А вы меня еще помните, да? Я помню любого посетителя, который хотя бы один раз был в моем кабинете. Пожалуйста, что вас привело? Степан Степанович, вот я подготовил все бумаги. Осталась только ваша подпись. Ну и... Вот. 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 Что? А что это вы делаете? А я борюсь за правду, дорогой мой человек. Дело в том, что в последнее время вокруг моего имени появилось много разных сплетен. Якобы я беру взятки, ну и прочее. Вы слышали? Я? Ну, честно говоря, я не верил. Я не верил, и я, знаете, я очень рад, что я не ошибся. Я очень рад. Так вот, в связи с этим я теперь записываю все свои разговоры со всеми посетителями, чтобы потом было слышно и понятно каждое мое слово. И в связи с этим у меня к вам просьба. Пожалуйста, говорите четко, громко и ясно,
для того, чтобы можно было понять любое слово, которое вы сказали в моем кабинете. Вы согласны? Да, прекрасная идея. Очень хорошая идея. И, пожалуйста, вторая просьба. Ну не шуршите вы так. Ну можно же тихонечко развернуть, тихонечко. О, вы слышите шелест подписываемых мною бумаг. Да? Да, совершенно верно. Это шелестят бумаги, совершенно бескорыстно подписанные для меня Степан Степановичем. Спасибо, всего вам доброго. Заходите на любую подпись. И вам спасибо. До свидания. Я очень вам благодарен. До свидания. Гришенька, давай быстрее с теми чемоданами, а то на поезд опоздаем. Давай, Гриша, ну быстрее. А чего мы опоздаем, кошечка, чего мы опоздаем? Да я сама уже не знаю, что этот поезд, зачем он надо. На кого же ж это вот все оставляем? Эту мебель, этот хрусталь, эти ковры, те. Это ж все же ж украдут. Да ну почему украдут, кошечка? Да потому что я тебе говорила, что надо было сигнализацию поставить. Так я ж сигнализацию ж приготовил. Гриша, это где ж та сигнализация? Ну вот магнитофон. И что тут магнитофон? Магнитофон. А вот тут у нас идет проводок. И что тот проводок? Вот как только кто-то к двери прикоснется, сразу включится запись чего? Откуда я знаю чего? С моего дня рождения. Вот. И что та запись, Гриша? Ну как что? Ну, вор услышит, что в доме полно народу. И уже ни в жизнь сюда не полезет. Ну на вот, послушай. Вот на. Вот. Вот слушай. А? Слушай, ну тогда все напились от страшного, Гриша. Это ты грамотно придумал. Да, я ж думал. Гриша, у тебя, оказывается, праздник, а ты нас не позвал. Хорошо, что мы через стенку услышали. Гриша, ребята, заходи. Здравствуйте! Ну не трогай! Да пошел ты вон, лысый, дурак лысый, пошел ты вон!